Всем привет! Я продолжаю проходить одиночные миссии перед флешпоинт. На очереди у нас миссия Налет 2. В этой миссии мы будем уничтожать с вертолета вражеские силы и все такое. Мне очень понравился ролик, который показывает, что будет с вами, если не уничтожить шилки. Амуницию не надо выбирать, мы одни. Не забывайте у пилота, это не дневник, это просто так. Апач. А нужно положить курс на юг, уничтожить конвой и возвращаться на базу. Все как в прошлой миссии Налет, только посложнее. Так, садимся в вертолет. В этот раз у нас такой более презентабельный, он мощный. Поэтому думаю, все будет хорошо. Нужно включить ручной режим огня. Не думаю, что пилот сам сообразит быстро, что нужно делать. Ой, стрелок. Летим. Все как в предыдущей миссии. Абсолютно все. Чуть-чуть посложнее, конечно. Накреняемся. Летим быстрее. Нужно что из этого города безымянного. Вы... Нет, наоборот, в этот город приезжает конвоем, значит, по этой дороге. Нам надо где-то его здесь перехватить. Высоту. Все, шилку уничтожили. Спокойно громим. Остался последний Урал. Думаю, это будет легко. Все, валим. Там еще и Су-20. 4, Су-25 у нас на хвосте. Так что тихонько уходим. Когда я пытался проходить эту миссию, в самом конце, когда я садил вертолет, у меня на хвосте. Да, вот это тут появлялось чудо, избивало меня. Нет, не этим. Ракеты. Опа. Я сбил. Хорошо. Хорошо получилось, да?
И так сойдет, ладно. Выходим. Ух, хорошо. Все, конвой разбит, миссия выполнена.